У пограничных пунктов пропуска вереницы автомобилей в преддверии новогодних праздников калининградцы массово выезжают в Польшу за покупками. В свою очередь, жители приграничных польских воеводств тоже едут на закуп в Россию. Ну, он их тоже коррумпировал, потому что платил огромные деньги. И американцы бы хотели, чтобы поляки были в дружбе с американцами. Советская шилка проходит модернизацию в Польше. Известный польский журналист станет директором, внимание, польского культурного центра в Москве.